Итак, мы приехали, наконец, в Петрозаводск, славный город. Ну, как наконец, 5 часов, не торопясь, что-то поделали в электричке. И вот, пожалуйста, в «Ласточке». И вот хочу показать, тут справа от вокзала, прямо вот, есть такая прекрасная, значит, форель «Икра Федоренко». Это частный предприниматель, который выращивает форель в Онеге. Вот. И сам его, сам, короче, делает, и все свежак. Пойдемте посмотрим ассортимент. О, Викуля, сразу смотреть. Вот такой магазин. Небольшой, но... Давай я тебе покажу ценник и что есть. Холодного копчения. Да? Тут точки, всякие форели, каких только приготовлений нет, зубатка, что тут у нас, терпух, морской окунь какой-то большой, всякие эти рулетики, вот, форель горячего копчения. Вот мы, в принципе, вот за ней пришли. Да. Головы. Всякие малосоленые. Вещи. Что это? Консервы. Консервы. И икра. Сейчас. Да. Сейчас выберем кусочек. Какой тебя смотрит?